В Избербаше обнаружен подпольный цех по переделке оружия. Мастерская была найдена сотрудниками уголовного розыска МВД в частном доме 49-летнего местного жителя. Установлено, что мужчина занимался переделкой гражданского оружия в боевое. В результате проверки полицейские изъяли сигнальное оружие МР-371, переделанное под аналог пистолета Макарова, магазины с патронами, гильзы 650 граммов пороха, комплектующие части, а также капсулы воспламенителя. Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и изготовление оружия. Подозреваемый задержан.